6 часов утра в городе Якутске было минус 45 градусов, а это значит, что сегодня актированный день для учеников с 1 по 5 классы. Мы хотим напомнить, что при минус 48 градусов в школу не идут учащиеся с 1 по 8 класс, а если на дворе минус 50, тогда из школьников никто не учится. Следует отметить, что эта информация касается только жителей города Якутска.